Всем привет! Сегодня 20 августа, и мы готовы разыграть еще одни 100 гривен в нашем летнем конкурсе от Афиши Чикаго. Ну что же, поехали! Поищем наш конкурс на странице ВК. Конкурс не закреплен, поэтому нужно его найти. В блоке ссылок на нашей группе есть полезная информация. Зайдя сюда, вы найдете много-много полезного о группе, о ее составляющих, о сайте chicago.com.ua. Здесь есть информация для подписчиков, для рекламодателей, также для тех, кто желает купить билеты на концерты. Ну, давайте для начала найдем конкурсы. Жмем на подписчики, здесь есть вот все, что касается подписчиков, конкурсы, билеты, игры, досуг, это в темах. Ну, нажимаем на конкурсы, здесь есть подробное описание о конкурсах, основные правила, где можете найти конкурсы, кто может принять участие в конкурсах, условия в конкурсах, обычные, какие более-менее чаще всего встречаются, как определяется победитель, как оповещается победитель, как выдаются призы, ну все связанное с конкурсами. Так, наша задача — найти конкурс. Мы жмем на хэштег конкурс Афиша Чикаго.ua и ищем наш конкурс. Видим, что кликнув на данный хэштег, мы находим все ближайшие конкурсы, которые проходят, ну, возможно, проходили, если сильно вниз опуститься по ленте. Сейчас проходит конкурс на Океан Эльзы, два билета мы разыгрываем на концерт, который будет 22 сентября. Принимайте участие, испытывайте свою удачу. А кто хочет больше, чем два билета, может купить билеты на сайте chicago.com.ua. Заходите, мы продаем их не только на этот концерт, на другие концерты в городе Черкассы, на театральные выступления. Кстати, немножко отвлекусь. Есть товары. Зайдя в товары, вы можете всегда найти те концерты, на которые у нас продаются билеты. Вот здесь в товарах можно поискать. Также мы продаем билеты на концерты в городе Киеве, в Виннице. В принципе, по желанию можно найти билеты на любой концерт, который проходит в Украине. Есть бронь, есть доставка по Черкассам билетов. Так, вот наш летний конкурс. Выбираем его. Сегодня 20 августа и розыгрыш 100 гривен. 30 августа также мы разыграем 100 гривен, ну а вот 10 сентября будет финальный розыгрыш. Финальный розыгрыш — это 500 гривен между теми участниками, которые выполнили обычные условия. Это подпись на афишу Черкассы, на группу новостную «Ты в Черкассах» и сделали репост. А вот 1000 гривен разыгрываются между теми, кто выполнил эти же условия и еще подписался на наш канал YouTube. Вот здесь канал YouTube, и заполнил анкету. Анкету вы найдете в подписи к видео, конкретно на канале YouTube. Смотрите видео внимательно, вы все поймете. Часто задаются вопросы, где найти эту анкету. Под видео есть ссылочка на анкету. Внимательно заполняйте эту анкету, чтобы мы могли определить потенциального победителя. Так что впереди 1000 гривен на кону. Также 500 гривен — это много не мало, но я думаю, хороший бонус. Итак, разыгрываем сегодня 100 гривен.
запускается приложение Random. Так, те, кто поделился с друзьями. Вставляем ссылку на конкурс и поехали. Так, выбираем победителя. Юлия Долган. Ну, посмотрим. То ли интернет тупит, то ли непонятно. У вас, кстати, тупит интернет иногда? Что у вас за интернет? Маклауд? Или Мегастайл? Или Воля, может быть? Ага, Юлия Долган. Тарам-папам. Есть какие-то фотографии живые. Но их крайне мало. Ну окей, все может быть, человек в принципе может быть, просто не выставляет много своих фото. Если же человек придет за призом и его лицо будет соответствовать лицу, которое изображено здесь, вот среди тех фотографий, которые я просмотрел, мы ему вручим приз. Если же такого не произойдет, если человек придет с другим лицом, то есть, ну, если это фейковая страница, ну, тогда извольте, мы переиграем этот приз. Напоминаю, те ребята, девчонки, парни, которые не забрали свои деньги, не забрали призы, у вас есть еще возможность забрать их. Смотрите, мы идем на уступки и еще выдаем призы. Обычно с момента оглашения победителя дается 14 дней. Некоторые победители в летнем конкурсе не забрали своих призов. Так, смотрим. Смотрим. Юлия Долган. Если она среди участников, группы. Афиша Чикаго. Как-то все не так, как обычно, как раньше это было. Я имею в виду новый дизайн, немножко мне непривычно это все дело. Я до последнего не переходил на него, ну пока сам ВК не заставил, так сказать. Как-то непонятно он определяет. Говорит, нет такого участника. Почему? Ну. И здесь не определяет. Бред какой-то. Вот и так тут написано. Давайте так поищем. Есть. Так есть. Ладно, возвращаемся к афише Черкассы. Юлия Долга есть подписчиком новостной группы «Ты в Черкассах». Сейчас смотрим, если она подписчиком афиши Черкаго. Да, действительно есть. Ну что же, Юлия,
Мы вас поздравляем с победой, вы выиграли 100 гривен. Как забрать свой приз, смотрите в описании к видео. В принципе, скажу на словах, обращайтесь к Саше Черкагу, пишите ему. Пишите ВКонтакте, что вы выиграли приз. Всем остальным желаю удачи, желаю побед. У нас еще много-много конкурсов, много-много призов впереди. Оставайтесь с нами, будьте с нами, смотрите видео, рассказывайте друзьям. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, классы. Всего доброго. Пока-пока.